даже не знаю, как это, что это, судьба или это случай, или это какое-то тайное, давнее желание заняться профессией танцовщика. Бог его знает, я даже не знаю. Ну что, танцевать я хотел так, как, наверное, многие хотят дети танцевать. И когда еще мы был совсем мало лет, это было и в детском саду, и так далее. Ну, станцую. Ну, давай, Васька, почему-то меня все называли Васька с самого-самого маленького возраста, очевидно, исходя из фамилии Васильев. Ну-ка, на ларекс пляши нам, давай вот русскую или что-нибудь. Это и на фабрике было, когда я приходил к маме с папой. Вот в один прекрасный день, когда я гулял во дворе, дворы – это особый разговор о нашем поколении. Дворы так много значили в нашей жизни, в нашем образовании, и приносили они, конечно, свои плюсы и минусы. Был это 47-й год, послевоенные годы, очень непростые годы. И вот мой один товарищ, который жил в соседнем подъезде, говорит: ты что, Вась, делаешь? Я говорю: ну вот я жду, сейчас мама должна выйти. Он говорит: да пойдем, у тебя еще, наверное, время есть. Рядом с нами находился Кировский дом пионеров. Пошли мы туда, и я увидел много мальчиков и девочек. И вдруг вошла дама, совершенно не из этой эпохи, с гладко зачесанными волосами, черными, как смоль, пучком легким на голове. Она мне показалась удивительно красивой. От нее как-то удивительно был легкий аромат духов, которых я никогда раньше просто не ощущал. Это была удивительная какая-то подтянутая фигура. Она вся была, как бы вот я даже разговариваю, я когда ее вспоминаю, она встает перед моими глазами, поневоле сам вытягиваюсь. Звали ее Елена Романовна Россе. Разучивали они вальс тогда. Я посмотрел, как она это делала, и сразу повторил. Она говорит: стоп, 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 стоп. Вот посмотрите все сейчас. Ну-ка, иди-ка сюда, маленький. И вот первый раз я танцевал с этой учительницей. Прошел час незаметно совершенно. Они разошлись, она говорит: а ты мальчик, она сказала. Как тебя зовут? Володя меня зовут. Вот, а ты, Володя, ты оставайся, потому что сейчас придут старшие группы. Я хочу, чтобы со старшими ты тоже позанимался. В ней было все прекрасно, и этому прекрасному я не поддаться не мог. Стало темно, когда я возвращался домой, и только тут я вспомнил: Господи, я же, мама, наверное, меня ждет. В общем, короче говоря, когда я пришел домой, мать была уже в слезах, отец взял ремень, хотел выпороть. Конечно, мама встала на мою защиту, как всегда. Где ты была? Я говорю: вот я занимался, в Кировский дом пионеров ходил. Что вот, больше не ходил, никогда, хватит. Прошло 3 дня, и я пошел в следующий раз уже, не говоря ни слова. И так целый месяц примерно ходил, а потом пришел как-то. Я говорю: мам, вот мне сказала там учительница по танцам, чтобы ты пришла в Кировский дом пионеров. А что ты натворила? Она говорит. Я говорю: да ничего я не натворил. Но она просила прийти. Но когда она вышла из кабинета уже директора, она меня расцеловала, у нее были слезы на глазах, и она сказала, что Елена Романовна сказала, чтобы я обязательно учился танцевать, что у меня, что ваш сын талантливый. Один год я прозанимался в Кировском доме пионеров у Елены Романовны, а потом Елена Романовна ушла в ансамбль песни и пляски, который в очень скором времени стал знаменитым ансамблем имени Локтева. И туда она, естественно, позвала и меня. И именно с этим ансамблем я выступал на сцене Большого театра. Москва, 31 января 1948 года. В Большом театре Союза СССР собираются участники заключительного концерта 4-го всесоюзного смотра художественной самодеятельности трудовых резервов. В 1948 году это было. Я танцевал в 2 номерах. Один был украинский, другой русский. Но впервые я тогда увидел, что такое классический танец, когда на сцену вышли выпускники хореографического училища при Большом театре. Мальчик и девочка. И он стал делать какие-то удивительные вещи. И зал аплодировал.
аплодировал очень как-то так бурно. Но я посмотрел, как он, что он ногами делал, какие-то заноски, какие-то кабриоли. Это потом уж я узнал, что такое «Иссус-Люс», заноски, антрошасис, кабриоль, пируэты и так далее. Мне показалось, что это невозможно. Вот это уже другая сказка, которая приподнялась еще и над тем, что мы делали в ансамбле. И я, естественно, побежал сразу же после этого. Напомню, на четвертом этаже Большого театра стояло большое зеркало в коридоре. И я стал перед зеркалом сразу в своих туфлях, на каблуках, в сапогах, начал делать эти заноски. Я раза два свалился, но неважно, все. Но это уже запало мне в душу. А через год, в 49-м году, Елена Романовна сказала маме: «Вы знаете, ему пришло время поступать в хореографическое училище. Вы попробуйте». Мама не думала, что я попаду туда. Но почему-то я был уверен, что меня обязательно примут. Именно тогда, на этих экзаменах, я впервые увидел и Катю Максимову, с которой с тех пор связана моя личная жизнь и сценическая. Когда я был принят, то это был праздник, конечно. И дальше начались уже будни, будни школы. Но в этих буднях были наши педагоги. Те, кто с самого начала прививает любовь к своей профессии. И три, и четыре. Вот это вот первая любовь прививает именно они. Это как инъекция. Вот они тебя укололи, и вот ты уже заражен этим вирусом. Перед нами классы хореографического училища Большого театра Союза СССР. Здесь воспитывалось не одно поколение мастеров прославленного русского балета. Это занимается со своими учениками народный артист республики Асаф Михайлович Мессерер. И раз, и два, и три, и четыре. Так, продолжайте. Класс заслуженного деятеля искусства Елизаветы Павловны Герд. Как и другие педагоги, она требует от юных балерин совершенного владения техникой танца. Руку больше вперед. Ногу за себя. Так. Еще раз. Один прекрасный день нам сказали: завтра вы пойдете на генеральную репетицию «Красного мака». И вот первый раз на галерке, на пятом ярусе, который был отведен для учеников школы Большого театра, мы смотрели на это чудо. Сегодня на сцене балет «Красный мак» композитора Глиера. Роль китайской танцовщицы Тао Хуа исполняет народная артистка СССР Ольга Лепешинская. Это было поразительно. Это было освещение какое-то удивительное. Это были удивительные люди, которые, казалось, порхали по сцене. И это была Ольга Васильевна Лепешинская. Потом очень скоро мы познакомились, она приходила к нам в школу и обязательно разговаривала со всеми мальчиками и девочками, кому-то подписывала что-то такое. Тогда меня просто поразило. Этот спектакль был божественный. Это были люди из другого мира, из других эпох, профессии которых нам казалось чем-то необъяснимым, и мы на них смотрели с обожанием. Это интересно. Разное совершенно какое-то отношение к самому понятию театр-храм. Сейчас, когда говоришь молодым людям: для вас театр должен быть храмом. Это особое отношение, это служение. Они улыбаются, конечно, и им кажется, что да, мы это слышали со школы, об этом многие говорят. Может быть, действительно, что-то утеряно, но дело в том, что для нас-то он таким и был. Он же был именно храмом, в котором были самые лучшие представители. Каждый день кто-то из Большого театра приходил в школу. И все говорили: вот идет Лепешинская, ой, идет Семенов, ой, посмотрите, вот идет корень. У нас были свои пристрастия. И вот были два имени, так сказать, непререкаемых, которые для нас тождественны были самому понятию
слово «классический балет». Это была Уланова Галина Сергеевна и Ольга Васильевна Лепешинская. И город даже, нам казалось, делился вот на эти две партии, Монтекки и Капулетти, непримиримые совершенно. И наш класс в то время то же самое делился вот так на приверженцев Лепешинской и Уланы. Была всегда как бы потусторонняя, она всегда рядом была. Она не входила так легко, эмоционально, широко, весело, как входила Ольга Васильевна. Когда приходила Лепешинская, это всегда была радость такая, что вот Лепешинская сейчас спросится, вот она даст конфетку. И поэтому мы, например, мы даже с Катей, вот тогда вот Катя была в одном лагере, Катя была, так сказать, проулановская, а я был за Ольгу Васильевну Лепешинскую. Более того, мне вообще нравилась эта энергия, этот посыл, эта красочность. Я помню, что у нас даже наши общеобразовательные классы, когда мы начинали, мы приходили чуть раньше, и прежде чем придет педагог, обязательно одна группа писала мелом на доске «Уланова», другая подходила, стирала, писала «Лепешинская». Это были споры бесконечные. Мы жизни другой вне театра вообще не представляли. Раза два или три в неделю каждый из нас участвовал в том или ином спектакле в Большом театре. Театр и школа тогда стали для нас именно настоящим домом. А домой мы приходили только для того, чтобы, ну и как наспех, выучить уроки и поспать. Все. Большой театр был храмом ведь не только для нас. Он был как бы вообще лицом Советского Союза, вот культуры, высокой культуры той эпохи. 10 июня на спектакль «Большой театр Союза СССР» прибыли премьер-министр Республики Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Ведь это не случайно писалось, говорилось о том, что богатство нашей великой страны в наших ракетах и в нашем балете. На спектакле присутствовали руководители партии и правительства Советского Союза. Балетом кормили. Кормили всех приезжающих к нам. Это было такое лакомое блюдо. Это был десерт. В этот вечер был показан балет «Лебединое озеро». В ролях Майя Плисецкая и Юрий Кондратов. Сейчас это прошествие времени, та эпоха, кажется какой-то более светлой, более радостной, более дружной. Нам казалось тогда, что существует некий удивительный союз мастеров, удивительных мастеров своего дела. Ведет занятие по классическому танцу Елизавета Павловна Герт. В прошлом очень известная балерина, она теперь не менее известна как прекрасный педагог. Плисецкая, Стручкова, Шелест, Пофт – все это ее ученицы. Этой весной Елизавета Павловна выпускает на сцену Большого балета свой очередной класс. Выпускной класс мальчиков ведет Михаил Габович. Сейчас на уроке классического танца он предлагает ученикам очередное задание. В прошлом известный артист балета, он теперь отдает все силы и весь свой богатый опыт ученикам. Сам Михаил Маркович Габович был удивительный танцовщик. Он порвал себе ахилл или связки, я уж не помню сейчас, но я видел, как это происходило на сцене, потому что шло это во время репетиции. И он пришел к нам
в училище художественным руководителем и взял наш класс. Именно Михаил Маркович Габович научил нас широкому глиссаду, широким движением. Именно он первый говорил о бесконечности линий. И сейчас я был абсолютно уверен в том, что у артистов не может быть слишком длинных рук, слишком длинных ног. Даже тогда, когда ими обладаешь от природы, ты всегда должен все равно стремиться к тому, чтобы продлить эту линию. Был замечательный педагог Владимир Ильич Голубин, который танцевал в свое время с Мариной Тимофеевной Семеновой, и он нас преподавал дуэтный танец. И он нас поражал тем, как незаметно он заставлял одним пальцем балерин вращаться вокруг своей оси. Он демонстративно это делал. И так, встань в арабеск. Она вставала в арабеск. Он говорит, смотрите, как это просто. Что вы все время держитесь за них? Этого зритель не должен видеть. Вообще, вы что? Вы поддержка? Да? Мы могли бы взять тогда неодушевленный предмет. Пусть она рядом бы стояла, она бы за него держалась, или бы там была, опиралась на что-то. Вы же живые люди. И потом, не существует в дуэтном танце превалирующего элемента. Она, он поддерживает ее, и она... Нет. Дуэтный танец хорош только тогда, когда они сливаются воедино. Сколько труда, сколько любви к этому замечательному искусству вложили Катя Максимова и Володя Васильев, чтобы теперь так легко и свободно танцевать это адажио. Времени эстетика была такая. Мужчины должны были быть на низких полупальцах. Это должно было их отличать от женщин, которые стояли на пуантах. И поэтому, если уж говорить о перевороте в моем сознании в области мужского танца, ну, конечно же, это был Рудольф Нуриев, который первый, во всяком случае, из мной виденных танцовщиков, поднялся на высочайшие полупальцы. Я помню, что он меня поразил, по-моему, в 1957 году, когда у нас был смотр училищ, и он тогда танцевал под ЭД из балета «Корсар». Тогда это было впервые, тогда это было какое-то животное такое начало в каждом из его движений. И, конечно же, высокие полупальцы. Надо сказать, что до этого мы всегда, у нас была такая игра. После каждого класса мужчины оставались в зале, и мы тренировали пируэты. И мы начинали говорить, ну, давай начнем с каких? Ну, давай с четырех. И вот все. Четыре, 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 четыре пируэта, вращения. Дальше пять, 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 пять. Шесть, 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 шесть. Семь, 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 семь. Это было огромное количество пируэтов. Я помню, я еще в школе, я уже делал 10 пируэтов, иногда даже 11, и все. Но когда приехал Рудик и стал делать 5 пируэтов, 6 пируэтов, мне казались они бесконечными. Они были удивительно красивыми, на высоком пассе. И я сразу же, конечно, стал то же самое вставать на высокие полупальцы. И, конечно же, сразу вместо 10 пируэтов стало только 5, или 6, или 7. Но зато они были в совершенно другом качестве. Если говорить о Большом театре, то высокие полупальцы привнес уже только... Здесь я каюсь, это уже было после Рудика Нуриева. Я внес туда. Каждому, мне кажется, танцовщику надо отдавать должное. То, что он сделал, то, что он открыл. Вот Рудик открыл вот в мужском танце нашем русском именно вот это. Это уже была другая эстетика. Это была эстетика сегодняшнего дня. Сейчас говорят, что ушла артистичность, ушли личности, ушло мастерство актерское. Сейчас очень хорошо вращаются, говорят, там хорошо, да и держат, в общем, неплохо совсем, и хорошо прыгают. Появилось огромное количество новых движений,
и они все время как-то все увеличивается трудность этих па, они становятся все более и более спортивными и так далее. Вот, куда же это девалось, они спрашивают, и все. Куда девалось? Мне кажется, что во многом эту артистичность все-таки определял репертуар. Репертуар, который теперь уже историки окрестили как эпоха драмбалета. Такой был репертуар золотой сюжетных балетов, в которых просто так танцевать, не зная, зачем это делается, было невозможно. Такие балеты, как «Тщетная предосторожность», «Бахчисарайский фонтан», «Ромео и Джульетта» с великой, величайшей балериной прошлого столетия Галины Сергеевны Улановой. Это «Пламя Парижа», «Медный всадник». Я вам перечисляю балеты, которые ушли, которых сейчас нет. Вот я сейчас хочу воздать дань этой эпохе драмбалета. А ведь она, именно она породила столько замечательных личностей и актеров, удивительных актеров, таких как Уланова, таких как Лепешинская, таких как тот же Вахтанг Чубукяни, Габович, Ермолаев, это Гофман, это Жданов, это и Майя Михайловна Плесецкая, и Стручкова Раиса Степановна. Прошло время, изменили зрители. Да, безусловно, конечно, нужны новые формы. Но при условии хорошей памяти к этому великому прошлому. Я не говорю возврата к прошлому, потому что это бы означало возврата к музейным экспонатам. Но вот к этому точному подходу, этого осмысления каждого па, во имя чего это делается... Великий учитель для меня Ермолаев сам был великолепным актером уже в театре. Когда я приходил на репетицию к Ермолаеву, и для меня это каждый раз была радость встречи с человеком, который считался и остался в истории для многих как разрушитель тех штампов, которые были до него. Но я думаю, что он для меня-то он остался не просто разрушителем, а создателем чего-то нового взамен этого старого. И он мне все время говорил, после того, как я его просил, давайте я еще раз сделаю это пируэт. Ну, не выходит у меня пируэт, и все. Ну, не выходит у меня то или иное движение в воздухе. Он говорил, слушай, меня это абсолютно не волнует. Ты пришел сюда на репетицию за тем, чтобы показать мне, во имя чего ты делаешь то или иное па, то или иное движение. Я хочу знать, вот я хочу видеть, а почему ты делаешь пируэт с таким высоким пассе? А почему не с низким? А почему не вообще? Не, ты делаешь андедан или андеор? Любое па обязательно должно быть осмысленно. Вот только тогда я захочу тебя смотреть во второй и в третий раз, когда я пойму, во имя чего это делается. Даже если ты мне сейчас сделаешь, я не знаю, там 20 пируэтов, то, что никто никогда не делал на сцене, даже на высоких полупальцах, то все равно это будет сам по себе... Ну, интересный. Нет. В следующий раз, когда я приду на это, я захочу, чтобы ты сделал их 28. И так до бесконечности не может продолжаться. Это трюк. Трюки хороши только тогда, когда они необходимы. Когда без них не обойдешься. Они добавляют интерес, но не они, собственно, становятся главным. Я хочу видеть мысли.
сейчас все привыкли к этому словосочетанию «большой балет». Но до 1956 года, такого сочетания еще не было. Это был год, когда впервые в большом составе балет Большого театра выехал за рубеж, выехал в Лондон. И тогда произошло чудо. Артисты Большого театра и его оркестр отдали душу лондонской публике и получили взамен сердце и признание всего мира. Большом разнеслась сразу по всему миру. Прошло совсем немного времени, и Сол Юрок, известнейший импресарио, который в свое время первым привозил в Америку и Шаляпина, и Павлова, открывал миру великие имена в истории театрального искусства России, пригласил большой балет в Америку. И так совпало, что первый же наш год работы в Большом театре, это было в 59 году, состоялись первые гастроли мои за границу. Нью-Йорк тогда мне понравился необычайно. Эти гастроли мне казались удивительными по приему, потому как публика ждала нас. Толпы людей ночевали, стояли в очереди за билетами под проливным дождем, ожидая вот этого лишнего билетика, которых не было. И надо сказать, что, конечно, Соломон Израильевич Юрок сделал все возможное для того, чтобы эти гастроли прошли безукоризненно. Интерес был необычайный. Это было тоже открытие. Это тоже было поднятие вот этого железного занавеса, но только уже для американской публики. Боже мой, я помню, как все зрители во время выступления ахали, охали, аплодировали, орали. Это было для них удивительно сказочно. «Русские покорили наши сердца», – писала газета «Нью-Йорк Таймс». «Если они хотят завоевать Америку, то пусть делают это своим балетом. Искусство советских артистов доставило зрителям не только высокое эстетическое наслаждение, оно явилось ценным вкладом в дело сближения советского и американского народов под знаком мира и дружбы. Вот в чем главный итог поездки балета Большого театра в Америку». Все вы, конечно, знаете фразу, ставшую притчей во языцах. А также в области балета мы впереди планеты всей. Но ведь действительно были впереди планеты всей. Это не была игра слов, а это было признание всего мира. И вот это чувство того, что ты первый, что ты представляешь свою великую родину, и ты впереди планеты всей, конечно, всех, я думаю, тогда окрыляло очень. Мы забывали, более того, забывали о всех недостатках нашей страны. Более того, когда нам говорили о них там, за границей, мы чуть ли не с пеной у рта доказывали обратное.
как нам здесь хорошо, как нам здесь замечательно, как беспокоится страна о нас, когда нам говорят, а сколько вы получаете, а какая нам разница, а чем? Мы, у нас есть все, а самое главное, у нас есть театр. У нас есть театр, театр самый лучший в мире, и у нас есть профессия, которой мы гордимся. Роль Авроры исполняет молодая балерина Раиса Стручкова. Сразу после Америки небольшая группа артистов Большого театра организовалась для поездки на Восток. Впервые проехала эта небольшая группа артистов Большого театра на разваливающемся автобусе по маленьким клубам с дребезжащим пианино, с унитазом и с этим бачком, который рядом буквально находился со сценой и который постоянно кто-то опорожнял во время нашего выступления. Это огромное стечение публики, которые платили по 25 рублей, как сейчас помню, и нам казалось это тогда большими деньгами. У них уровень был восприятия совершенно как бы другой. Они впервые вообще видели, что такое Большой театр. Там было много забавных совершенно каких случаев, а один из них мне, я могу просто как пример рассказать, у нас был еще и Андрей Кармаревский, который теперь, кстати, живет в Америке и работает в школе Баланчина, и удивительный тоже танцовщик, актер, неистощимый на выдумку, душа компании. Мы с ним несколько раз там встречались, мы боксировали с ним, как-то. И вот один раз он мне, помню, в каком же, перед, по-моему, Владивостоком уже в этой поездке попал в глаз. У меня глаз опух, он у меня весь раздулся, нужно танцевать, и не знаем, что делать. И тогда, говорит, хорошо, ладно, ну тебе будет, но все равно ты должен появиться, потому что ты в афише, ты у нас звезда, в конце концов. Я танцевал тогда вариацию «Корсара», из балета «Корсар». И вот, как сейчас помню, я повязку надел на глаз и объявляет вариация пирата из балета «Корсар». Исполняет такое-такое-то. И вот я выхожу с первыми аккордами, повязками. Я встаю в одну позу, вторую. Первый же поворот у меня повязка летит. И мой синий глаз, заплывший, значит, да. В зале грохот, потрясающе, аплодисменты, я верчусь, значит, все, заканчиваю вариацию, шум, аплодисменты, все. После этого мы выходим, и я слышу тоже, как в публике говорят: «Слушай, ну парень здорово танцевал, потрясающе». Говорит: «Ты знаешь, мне больше всего понравилось», говорит, «как он загримировался», говорит, «слушай, ну настоящий пират». И после этого поездка в Китай, десятилетие республики. Я помню этот огромный зал, это бесчисленное количество, 10 тысяч людей, наверное, сидело. И я помню, когда зал весь безмолвствовал, молчал, и только по какому-то невидимому жесту какого-то начальника начинал аплодировать. В то время я как раз танцевал «Каменный цветок» совсем молодым, с Екатериной Максимовой. Thank you.
1961 году вышел на экраны фильм «СССР с открытым сердцем». А премьера его, как ни странно, должна была состояться не в Москве, а в Париже, на Елисейских полях. Главными героями были юноша и девушка. Снималась Катя Максимова и Володя Васильев. Молодые танцовщики балета Большого театра. И вот на их взаимоотношениях, на их увлеченности сначала, а потом на их любви строился вот этот фильм. На самом деле это была чистейшей воды реклама, замечательной, счастливой, не омраченной никакими обстоятельствами жизни в СССР. Закончились, кстати, эти съемки тем, что мы в конечном итоге расписались в ЗАГСе за 2 дня до отъезда на премьеру этого фильма в Париж, что дало повод потом всем парижанам и паримачи, все писали о том, что вот герои этого фильма приехали в свое свадебное путешествие в Париж. Париж был для нас, конечно, просто откровением. Потом прошло еще немного времени, и мы уже приехали с концертной группой в театр Сара Бернар. Мы танцевали тогда «Дон Кихот». Тогда как раз и был первый огромный успех наш в Париже. Мы тогда танцевали обязательно в париках. И я помню, я танцевал «Дон Кихот» даже в концертном номере в ПАДД. Я надевал черный паричок такой, потому что мне казалось тогда... И вообще это было принято у нас. Базиль должен быть, конечно, волосы у него должны были черные, как смоль. И я помню, тогда Лефарь выражал кучу восторгов, но говорит: зачем вам этот парик? Он вас так уродует, зачем вы это делаете? Снимите его. А я упорно уверял его в том, что без парика не будет вообще этого впечатления от этого танца. Потом, конечно, я понял, что эта глупость была полной с моей стороны. Но прошло довольно много времени, прежде чем я стал выступать в этой роли без парика. Что, впрочем, делал потом дальше уже со всеми ролями. Может сложиться впечатление, что только Большой театр давал открытие миру. Но на самом деле все-таки и Большой театр брал от этих гастролей то, чего ему не хватало. Не хватало ему веяния новой эстетики, того, что происходило в театральном искусстве, с которым он потерял связь на несколько десятилетий после, скажем, 20-х годов. Самым, пожалуй, ярким впечатлением, судя по рассказам артистов, которые до этого были в Лондоне в 56-м году, было открытие новой эстетики испанского танца. Труппа испанских танцовщиков в это же самое время гастролировала в Лондоне. И когда наши артисты пришли на их выступление, то для них это был разрыв бомбы просто, потому что оказалось, что все не так. Тот испанский танец, который был у нас в классическом балете, оказался каким-то анахронизмом. Он не выражал точного вкуса настоящих народных танцев того времени, потому что весь классический репертуар основывался на характерных танцах, поставленных Петипа, Горским, а это значит где-то начало века. И вот этот отрыв и был заметен очень. Уже сразу первые же спектакли, которые были после этих гастролей, ну, такие спектакли, как «Дон Кихот», «Испанская каприча», ведущие наши характерные танцовщики не могли уже танцевать так, как они танцевали это раньше. Ворвалась какая-то свежая, ранее невиданная нами пластика в испанских танцах. Очень многое мы переняли у зарубежных трупп, которые переезжали к нам. Это все-таки и приезд сюда, и Ковенгарден, это приезд Гранд-Опера,
Это приезд труппы Бежара, приезд Киллиана. Они же тоже оказывали определенное влияние на развитие нашей эстетики. Они меняли эту эстетику. Если на Жизель, например, с Мишель Рено, Леандо и Де, французская гранд-опера. Это было откровение совершенно. Как конкретный пример могу сказать, что первый раз, например, Шене, такой элемент есть в классическом танце, когда идет беспрерывное вращение, но на двух ногах, перемежающихся, по диагонали или по кругу или так далее. До приезда, кстати, французов у нас всегда он делался на полупальцах. Первый, кто нам показал, как это красиво выглядит на пальцах, на пуантах, была Леандо и Де. В Москве на сцене Большого театра с успехом выступала французская балерина Леандо и Де. Странно, я как-то задавался так вопросом, думаю, ну почему же так из Москвы долгое время из труппы Большого театра никто не оставался за рубежом, как-то все благополучно возвращались домой. Думаю, что все-таки причина этому именно столица. То, что чаще все-таки были гастроли Большого театра за рубежом, и большее даже упоминание в прессе, то, что актеру необходимо. Ленинграду все-таки всегда хотелось оставаться столицей. Постоянное ущемление больших артистов, таких как Нуреев, Барышников и Макаров, это, конечно, было болезненно. Они ничуть не хуже себя считали Большого театра. А может быть, они были в чем-то даже и лучше. Они не могли, может быть, даже не остаться, потому что они чувствовали себя все-таки артистами не только Ленинграда или даже России. Они чувствовали себя актерами нашей планеты. Причем лучшими актерами. Они в этом были уверены, они доказали это своими выступлениями за рубежом. В отличие от нас, скажем, вот ведь западные танцовщики танцевали значительно больше. Они ездили. Для них сцены были открыты, сцены всего мира. Мы же у нас в театре, конечно же, танцевали очень-очень мало. И с другой стороны, я думаю, почему у нас такое было действительно какое-то святое отношение к каждому спектаклю? Да потому что он для нас, каждый спектакль был единственным, первым и, может быть, последним. У нас не было этой череды большой. Когда ты одно и то же, ты танцуешь, и оно становится для тебя какой-то такой подъемщиной. Мы к каждому спектаклю готовились очень долго. Вот этот трепет перед выходом на сцену, я помню, я ведь до конца своих дней очень боялся выходить на сцену, но только до той секунды, когда я стоял в кулисах. Появлялся на сцене, все проходило. С одной стороны, конечно, очень хорошо, когда люди чаще танцуют. Они не так боятся перед выходом на сцену. Они более уверены. А с другой стороны, это скоропалительность приготовления каждой роли, не требующей вроде бы такого углубленного вхождения в саму суть образа. Она, безусловно, наносит вред. И я помню мой разговор с Рудиком Нуриевым за границей во время наших гастролей. Мы обязательно ходили на их спектакли. У нас даже был один случай, когда мы просто сказали, что если мы не пойдем на них смотреть, был же запрет в то время на посещение сбежавших от нас артистов. Говорим, тогда лучше отправьте нас домой, потому что есть нечто святое для всех людей, для всех профессионалов. Мы должны знать, что делается сейчас в искусстве, которому мы служим. И вот с Рудиком я как раз говорил на эту тему, потому что я видел, как один спектакль в том же Лондоне, он станцевал ужасающе плохо. Ну, просто из ног, из рук вон плохо танцевал.
и при этом шум, это тор, это пресса. А после этого «Тщетная предосторожность». Станцевал ее блистательно совершенно. Мы встретились с ним. И на правах, так сказать, уже вот старого знакомства, все, я говорю: «Рудик, ну как ты можешь? Ты понимаешь, у тебя такое имя большое на Западе, что ты не можешь себе позволить вот так вот просто плохо танцевать». Я просто поразился. Он мне сказал: «Да это ладно, ты не понимаешь». Он говорит: «Вот ты у себя, ты сколько делаешь спектаклей?» Я говорю: «Ну я в месяц делаю 3-4 спектакля, я танцую всего. А я в год танцую 200 спектаклей. Каждый из них танцевать, как единственный последний, я не могу себе позволить. Я выбираю. Когда вступает фактор твоего успеха, зависящего от твоего материального обеспечения, он очень часто становится губительным». Я считаю, что для него тоже в какой-то мере он стал губительным, потому что по-настоящему танцевал он не так долго. А потом это все прекратилось. Это все держалось только на успехе чисто газетным материальным. Сейчас я очень боюсь этой пары. Я боюсь, что очень многих хороших танцовщиков и танцовщиц может захлестнуть вот эта волна. Я понимаю, что нужно быть постоянно как-то так наверху этой волны. Надо сделать так, чтобы о тебе постоянно говорили. Сейчас без этого вроде бы и невозможно. И отсюда, может быть, вот эта какая-то тусовочность больших, хороших актеров, которых я вижу то в одном, то в другом качестве. Они все время появляются, все время мелькают на экране. К ним люди привыкают, но вместе с тем они как бы мельчат, размениваются на ненужное в этом искусстве. И обязательно происходит потом все-таки этот спад. Барышников, Макаров, Нуриев – это счастливцы, им повезло. Саше Годуновым, который остался из Большого театра в первом на гастролях в той же Америке, с ним происходила другая история, потому что его все-таки долгое время мурыжили здесь. Его каждый раз подвергали вот этому остракизму. Поедет он или не поедет, он никогда не знал. И я сам в свое время ходил и просил за него, чтобы его выпустили. Беря на себя в какой-то мере, конечно, ответственность. Но надо сказать, что он меня никогда не подводил в этом смысле. Саше нужно было признание не только России, а, конечно, всего мира. Саше, например, не повезло, я считаю. И не было этого продолжения. Хотя у него были все предпосылки. Ему все было там дано. Но, очевидно, чего-то не хватало для долгой жизни на балетной сцене. Большой театр, по-моему, всю свою жизнь, за всю свою историю, никогда не менял этого статуса придворного театра. Даже в СССР он всегда оставался знаменем Кремля, знаменем нашей страны, политики и так далее. Большой театр Союза СССР. В один из вечеров деятели французского кино пришли сюда, чтобы познакомиться с искусством советских мастеров классического балета. Ложа, где находились гости, подверглась длительной осаде. Всем хотелось получить автографы. Зрители, сидящие в верхних ярусах, оказались достаточно изобретательными. В тот вечер здесь шел балет «Золушка». В главной роли выступала Галина Уланова. Высшие проявления искусства, они всегда служат только укреплению имени и служат гордостью для той страны, которую представляют. Я думаю, в этом предначертании Большого театра, потому что лучшей связи между народами, с разной социальной устроенностью, с разными взглядами на мир, служит все равно искусство. Вот искусство потому и ценно для всех народов, потому что оно никогда не разъединяет. Это искреннее выражение благодарности и вся радость встречи еще раз показали, что настоящее искусство не знает границ, что оно необычайно сближает народы.
Я бы очень хотел, чтобы сегодняшнее поколение не забывало, что слава балета Большого театра началась все-таки с драм-балета, который со временем стал таким нарицательным явлением. Но ведь если мы сейчас вспомним, какие замечательные были балеты в то время, и как они поражали зрителей. Это были большие полотна, сюжетные. Большинство из них уже на известные ранее литературные источники. Такие балеты, как «Медный всадник», «Золушка», «Лауренсия», «Амиродолина» такой был чудный совершенно спектакль, «Бахчисарайский фонтан». Пришел в театр, большой театр был закрыт. Он был закрыт на небольшой ремонт. И мы работали в филиале Большого театра. И в это время как раз я делал иногда по 25 спектаклей в месяц. Преимущественно это были оперы. Вообще во всех операх тогда были вставки чисто танцевальные. Это дань прошедшему времени. В самом конце этой оперы шла «Вальпургиева ночь» постановки Леонида Михайловича Лавровского. Мы обожали совершенно эту сцену. Публика ревела просто от восторга. «Вальпургиева ночь» носила свой законченный какой-то характер, как бы вот такой маленький балетик. Вот это показатель тоже очевидной хореографии и осмысленности. Я не помню даже балерину, которая бы плохо в нем танцевала. А перед моими глазами прошли и Ольга Васильевна Лепешинская, и Ирина Викторовна Тихомирнова, и Майя Михайловна Плесецкая. Стручкова была потрясающе совершенно. И уже совсем потом, когда мы пришли, и Катя танцевала «Вальпургиева ночь». Звучало начало самое, занавес открывался на переднем плане, замечательные артистки. Она какая-то была оргия не грубая, удивительно чувственная и вместе с тем очень красивая. Она была чистая какая-то. Я помню, когда мы пришли, и нужно было обнимать, и, естественно, было какой-то зажим, как-то так, мы только-только вот из школы, и нужно было обнимать женщину. Я помню, значит, одна актриса, красавица, вся она говорила, у нее голос был такой низкий, она говорила: «Ну, мальчик, ну, обними же меня крепче. Ты же уже вышел из стен училища. Ты теперь артист». И Леонид Михайлович Лавровский тоже кричал, подавал свои реплики из зала полутемного, чтобы мы были раскрепощеннее, чтобы мы были чувственнее, ярче.
Все-таки первым большим балетом в Большом театре, первой большой ролью у меня была роль, конечно, Иванушки в «Коньке-горбунке». Вот это стечение обстоятельств такое. Вот, наверное, пришел русский парень с открытым взглядом, открытой улыбкой, технически оснащенный, молодой. А в это время влюбленный Щедрин Родион Константинович в Майю Михайловну пишет замечательную музыку балета «Конек-горбунок». Пора на спектакль. Сегодня в Большом театре «Конек-горбунок». Царь-девица – любимая роль Майи Плисецкой, знаменитой советской балерины. Музыку балета «Конек-горбунок» написал композитор Родион Щедрин. Вы его сейчас видите. Это муж артистки. Этот спектакль ставил Александр Иванович Радунский. Сам он был актером такого обаяния и такого мягкого юмора, что когда он исполнял роль царя, батюшки, в этом спектакле, то публика каждый раз так смеялась и так аплодировала. На каждое его проявление казалось, что он все время импровизирует. До этого существовал «Конек-горбунок», Пуни, еще там кто-то, там было много композиторов, и он очень долгое время ведь держался на сцене, еще до революции и почти до наших дней. Более того, было очень интересно, у меня был зипун, который я потом в этом спектакле надевал, я на нем посмотрел, на нем было написано еще императорская стояла эмблема и полустертая какая-то фамилия актера, который я понял. Потом я уже понял, был одним из исполнителей роли Иванушки до Октябрьской революции. И со мной этот зипун прошел все спектакли, пока шел «Конек-горбунок». И, естественно, я очень любил и музыку, и потом для меня это была такая честь танцевать в то время с балериной, которую я просто считаю ни с кем не сравнимой. Потому что этот талант такого масштаба, я не могу сравнить ее по масштабу дарования с кем-то другим. Если уж мы говорим сейчас о драм-балете, нельзя же не говорить о создателях этих замечательных балетов. Когда я пришел в Большой театр, Лавровский был главным балетмейстером. Одним своим балетом «Ромео и Джульетта», если бы даже он ничего никогда не сделал, он навсегда остался в истории мирового балетного искусства. Потому что все постановки «Ромео и Джульетта», которые уже я видел потом, это все-таки для меня все перепевы того, что было создано прежде всего Леонидом Михайловичем Лавровским. Был главным балетмейстером. Так как сам Лавровский ставил немного, то все-таки восполнялось это тем, что при нем были и балетмейстеры, так сказать, не главные. Такие, как Захаров, такие, как Вайнонен,
которые работали рядом с ним. Захаров вообще, мне кажется, останется в истории русского балета как самый яркий представитель режиссуры, режиссерского направления в балете. Вот так же, как у Горского, никогда не существовала масса как таковой вообще, вот так же и у Захарова. Все его балеты, они очень крепко были сколочены драматургически и хорошо сделаны режиссерски. Долгое время со сцены Большого театра не сходил балет «Золушка». Этот балет шел в великолепных декорациях Вильямса. Ведь эпоха драм-балета, она вся неразрывно была связана с великими художниками. На мой взгляд, это был очень интересный балет, в котором, конечно, было не так много именно танца. Но этот балет был очень эмоционален, доходчив до разных совершенно слоев населения. Бахчисарайский фонтан его очень долгое время тоже не сходил со сцены. Медный всадник. Уверен, что отдельные сцены, они бы и сейчас могли взволновать нашего зрителя. В «Медном всаднике» у нее не просто была толпа вокруг этого памятника. У нее были персонажи. Это, у каждого тоже была своя история. Это было удивительно совершенно сделано. Эмоционально, ярко и точно по психологическому какому-то развитию. У него точное попадание в общий музыкальный текст. И в интонационность партитуры была. Я помню «Дон Кихот» Захаровский. Когда он его возобновлял, при мне это происходило, каждый персонаж первой сцены на площади имел свою задачу. Здесь был человек с обезьянкой, который, значит, прыгал у него в образ. Здесь были нищие, здесь были подгулявшие матросы. Вся эта толпа красочная была разнообразна и составляла вот этот удивительный колорит Барселоны. Мы все прошли через балет Захарова. Потому что я уже не могу его назвать только балетом Горского или Петипа. Но это балет Горского, конечно, в Большом театре был. Через спектакль «Дон Кихот» прошло очень много поколений выдающихся артистов. И Ольга Васильевна Лепешинская, и Майя Михайловна Плесецкая, и Екатерина Максимова. И каждый из них привносил что-то новое. Я любил старых балетов, которые до меня уже танцевали, что-то такое внести туда новое. Причем я не старался их облегчить никогда, я старался их усложнить, потому что мне всегда мало было того текста танцевального, который был в этих старых балетах до меня. Вот я говорил, что после класса у нас были соревнования, мы придумали новое движение, это было замечательное совершенно время. Осад Михайлович Массерер так и останется легендой в истории балета не только Большого театра, а мирового балета. И это был удивительный и педагог, и танцовщик. Он учился еще у Горского. И для нынешнего поколения это практически такая связь прошлого века с позапрошлым даже. Все то, что он впитал на уроках Горского, он на протяжении всей своей жизни стремился вдохнуть своих учеников. А учеников у него было огромное количество. Второго такого педагога мы просто не знали. Поэтому все ведущие артисты, все занимались у Асафа Михайловича. Он мало делал замечаний, поправляющих форму того или иного танцовщика или танцовщицы. Но зато на середине, особенно в мелких каких-то движениях, ему просто не было равных. И вот здесь вот это было творчество настоящее. Thank you.
здесь стояла и Плесецкая. Поэтому я все время то вправо, то слева, когда мы поворачивали, я все время видел ее перед собой. Когда я видел ее руку, ее кисть, и то, что у нее естественно было, то, что она гениально просто одарена была. И поневоле я брал у каждого то, что мне нравилось. Пируэт, очень красивый пируэт Лавровского. Я все это хотел брать, я все это старался брать. И свои недостатки, естественно, как-то убирать под воздействием впечатления от моих партнеров. Он был и хорошим балетмейстером. Вместе с Габойчем, кстати, они ставили «Спящую красавицу». Осап Михайлович Масарер ставил «Лебедина». И у него был целый ряд сцен в его спектакле «Лебедина». Очень-очень интересно. Поколение артистов прошли через удивительный совершенно номер Асафа Михайловича «Мелодия», поставленная им на Глюка. По количеству исполненных выступлений разных совершенно пар и по количеству тех денег, которые они получали за это, даже по тем крохам, которые платили, я думаю, что сейчас можно было бы просто-напросто из чистого золота во весь рост ему сделать памятник только на одном этом номере. Это редкость, когда номер живет десятилетия, и все артисты с удовольствием его из поколения в поколение передают друг другу. Вообще у меня 64-й год какой-то был очень урожайный. Я и станцевал тогда и Паганини, и Дон Кихот уже с Максимовой, и Лауренсию, поставленную Чебукиани Вахтанг Михайлович, легендарным танцовщиком. Мы вообще восторгались Вахтанг Михайловичем Океане. У него были какие-то удивительные повороты, вхождение в тот или иной трюк. Этим отличался вообще его весь танец. Ну, я уж не говорю о том, что по напору, по эмоциональному воздействию он был просто удивительный. Я здесь смотрел, когда танцевал Вахтанг Михайлович Лауренсию. Ну что ж, приехала легенда. Вся Москва собралась на этот спектакль. Все ждали, когда, наконец, он выйдет в этой знаменитой вариации. А уже время пришло чуть другое, мы уже по-другому чуть-чуть мыслили. Нарочитость какая-то была во всем этом. Но пусть простит меня, Вахтанг Михайлович, того, что я ждал, я не получил. Я думал, что сейчас выйдет человек, и не как раньше мне казалось, он выходил, та-та-та-та-там, парам-па-пам. Мы уже с новой эстетикой старались избегать этих чисто балетных поз, чисто балетных... Это было совершенно по-другому. Василий Иванович Вайнонен выделялся из группы балетмейстеров. Он не мог рассказать, сформулировать ту или иную сцену, дать ей определение словесной. Он очень странно всегда так говорил. Ты понимаешь, вот он был такой неистовый, чуть-чуть страшноватый тогда, особенно для нас. Но, понимаешь, вот ты выходишь, да, и вот здесь вот ты так вот, вот так вот, да, а потом раз вниз. Медленно, медленно, медленно. А прыжок, а вот висишь вот так вот. И летишь, летишь. И мягко, мягко приземляешься. И все. И вот он такой был. И вместе с тем создавал удивительные совершенно полотна, причем точные по линии поведения героев. И разнообразные. «Пламя Парижа» его поражало тогда очень многих. Все ролики были очень закончены, осмысленны и эффектны.
поставленных Василия Ивановича Вайнонина. Спектакль «Щелкунчик» занимает, наверное, вообще в истории вот хореографического училища особое место, потому что его длинная жизнь такая долгая-долгая. Через этот балет прошло несколько поколений артистов. Да и мы-то, в общем, в этом балете станцевали все роли. И характерные, и классические, начиная со всем маленьких ролей. Воспитанники 4 класса Катя Максимова, Алла Манкевич и Володя Васильев показывают готовый отрывок из балета Чайковского «Щелкунчик». Я там был и одним из приглашенных мальчиков на этот праздник, потом я стал братом Маши, потом был в солдатиках, мышах, потом в дивертисменте, и испанский, и русское, потом только пришел к принцу. Мы всегда боялись, когда Вайнонен приходил на репетиции. Он казался нам неимоверно вот таким строгим. Для меня Глизовский один из главных моих учителей. С Костяном Рославичем мы познакомились еще будучи в школе, еще учениками. И тогда он произвел такое чуть шокирующее впечатление тем, что он с нами говорил как со взрослыми. А мы еще тогда очень мало знали. Он рассказывал о любви между мужчиной и женщиной. Он рассказывал о красоте каждой клеточки, каждой поры нашего тела в танце. В то время все-таки с детьми разговаривали как-то на другом языке. А здесь мы впервые почувствовали, что человек, который от нас отстоит, я не знаю, там на 4 десятилетия или на 5 десятилетий, да нет, больше даже, Господи, это пожилой человек, но говорит с нами, как будто мы его одногодки. Костян Рославич был настолько разносторонним. Его хореография, она вся была соткана из разных видов искусства, не только театрального. Он замечательно писал стихи, он хорошо рисовал. И, кстати, несколько уроков он брал у Врубеля. Он хорошо знал культуру Востока, и поэтому, когда он ставил «Лилию и Меджнун», он оказался таким знатоком мельчайших деталей Востока. Такой балетмейстер удивительный. Долгое время оставался как бы в тени, о нем даже стали забывать. Только самое сейчас старшее поколение, может быть, еще помнит. 27-й год, 28-й, Иосиф Прекрасный. Но в области миниатюр, наверное, просто не было ему равных. Мы все-таки после этого долгого перерыва были участниками его произведений. Он поставил на меня «Нарцисс». Он не приходил с готовым абсолютно решением. Это он был не из тех хореографов, которые приходили и говорили: «Так, вот сейчас, так, пожалуйста, сыграйте. Так, вот ты вступаешь сюда, глиссад, дальше ЖТ, после этого поворот, сатуню, переходящий в пируэт, потом так, еще так, следующая фраза, так, это». Нет. Он слушал музыку, и как бы под эту музыку что-то такое. И потом нам объяснял звук, что в этом звуке заключено. И сразу надавал картину. Вот туман, роса. Только-только первые лучи солнца касаются травы, и она оживает. И вдруг раздвигаются кусты, и из кустов одним прыжком на эту лесную поляну выпрыгивает пан. Yeah.
Когда мы говорим о балете, нужно помнить о том, что основой, единственным нашим текстом в этих спектаклях являлась музыка. Но ведь музыкальным текстом кто-то же управляет. И не надо никогда забывать о нашем удивительном оркестре Большого театра, которым на протяжении многих десятилетий руководили выдающиеся дирижеры. Я считаю своим долгом вспомнить такие имена, как Хайкин, Жирайтис, Эрблер, Светланов, Копылов, Мансуров, Меликпашаев, Фаер, Рождественский. Честь им и слава. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы темпы, заданные композитором, соблюдались в точности. Важно не менять темпы только из-за того, что у человека нет прыжка, или он не может тянуть в опере, нарушая этим самым вообще законы элементарной музыкальности. Там пададаледам па-па-пам, па-пам, пам-ям, па-па-пам, пам-ям, па-па-па-па-пам. И зал хлопает, зал орет, зал ревет, и все. Я думаю, боже мой, какое убожество, какое безобразие, какое насилие над музыкой. И обожали все Фаера, потому что он мог очень музыкально как бы сделать. Он мог это я-та-та-тан, паям, па-па-па-па-бам. Юрий Федорович Фаер, легендарная личность в Большом театре. С ним было всем танцевать легко. У одного глиссад большой, у другого маленький, у одного большой прыжок, у другого маленький, один много вертится, другой мало вертится и так далее. Дирижер должен знать всех их. Так вот, надо сказать, Юрий Федорович знал всех. Отси мажор, пожалуйста. У него вот это мышление, что все должно быть под ногу танцовщику, каким-то образом совмещалось с общей музыкальности. Григорович не просто пришел в Большой театр. И вообще, он не пришел в искусство хореографии, как, в общем, приходили, может быть, многие, постепенно, шаг за шагом, утверждая себя, и все, он ворвался, как метеор. На сцене Большого театра Союза СССР состоялась премьера балета, поставленного заслуженным артистом республики Юрием Григоровичем. С его каменным цветком пришла новая эстетика, новое понимание артиста и танца в балете. Роль хозяйки Медной горы исполняет народная артистка РСФСР Майя Плисецкая. Партию Данилы Николай Фадеичев. Погружение в мир героя, непрерывность действия, вот то, что было в каменном цветке, им найдено. Оно потом переходило везде, во все его спектакли, во все его балеты. Театр его просто с самого начала обожал и восхищался им. И любил его до самозабвения. Мы все находились во власти чар этого талантливейшего человека. Более того, долгое время на вопросы, кого вы считаете самым большим хореографом за границей, особенно, я, не задумываясь, всегда отвечал. Самый лучший – это Юрий Николаевич Григорьевич. Лучше него никого нет. Я был абсолютно убежден в том, что так ставить может только гений. Что только гениальный человек может найти вот такое единство и продолжение, не прерывая действия, переходить из одной картины в другую. Здравствуйте,
кстати, я очень рад, что Юрий Николаевич Григорович, ставя «Щелкунчик» и разговаривая с Рождественским, просил его быть дирижером этого спектакля. И Рождественский тогда ему сказал: ну вот есть пластинка, вот я вас прошу, чтобы эти темпы были вот те мной заданные, так они и оставались. Григорович так и поступил. Смелость большая была у Григоровича. Я думаю, что очень многое не устраивало Юрия Николаевича в предыдущей постановке. И свой взгляд: нет, под эту музыку должно быть вот так. И концепция другая. И он ее зримо ощущал совершенно иной. И когда он ставил вариацию «Принца Щелкунчика», она у Чайковского идет действительно в таком быстром темпе, и она пит тарантелло. И так далее. Вот. В этом темпе. До этого мы долгое время, я и в школе это увидел на протяжении 9 лет, и потом в театре то же самое, танцевали все вариацию «Принца», которая начиналась два тура «Шажманда пьет три», «Шаг», «ЖТ» и так далее. Вот в этом темпе. И в конце и все ускоряясь, потому что трудно на одной ноге делать кабриоль было, но она очень была хорошая вариация эта. И поэтому, когда в этом темпе он начал ставить, сначала был какой-то такой шок, потом думал: господи, какой молодец все-таки. Совершенно другое ощущение. По силе воздействия на меня, как зрителя, «Легенда о любви» не имеет аналога. Вот нет другого спектакля, который бы произвел большее впечатление на меня, чем «Легенда о любви». Когда я увидел «Легенду» в Кировском театре, я просто тогда, я думал, что не может такое чудо быть. Ленинградские зрители увидят новый спектакль. Познакомимся с теми, кто его готовил. Музыку написал молодой азербайджанский композитор Ариф Меликов. Постановка балетмейстера Григоровича. Художник Версаладзе. В спектакле воссоздается восточная поэтическая легенда о любви царицы Ширин и каменотеса Ферхада. Такого я уже не помню, чтобы какой-то еще спектакль на меня оказал вот такое впечатление. Потом, когда этот спектакль уже пришел к нам, мне казалось, вот если уж ехать за рубеж, то надо ехать именно с этим спектаклем. В «Легенде» он правильно сделал, что не занял меня, потому что были другие исполнители в этом спектакле. А не занял еще, я вам скажу, по какой причине. В это же самое время, когда он переносил сюда «Легенду о любви», Глизовский Костян Ярославович выпускал спектакль «Лейли и Меджнун». Глизовский выпускал этот спектакль во дворце съездов в Кремле, а «Легенда о любви» шла на сцене Большого театра. Одна и та же тема. Глизовский занял меня на роль Кайса. Конечно же, я уже не мог быть и там, и там. А для меня, я думаю, как раз работа с Глизовским была необходима. Когда спрашивают артиста,
А что вы считаете самым удачным, самым любимым? Я не знаю, это надо, для этого надо, чтобы, наверное, были все неудачные, и только один какой-то удачный. Тогда можно сказать, да, вот это я считаю удачным. А когда интересен был для тебя и процесс, и мучителен он был, и ты был влюблен в эти роли, тогда они для тебя все удивительно хороши и прекрасны. И ты не знаешь, какая жизнь все-таки самая лучшая. Когда спрашивают меня, все говорят, ну как же, а вот «Спартак». Да потому что «Спартак» просто оказал, может быть, наибольшее такое впечатление. Он чаще, может быть, танцевался. А может быть, просто-напросто по воздействию, по тому открытию, которое было в этом спектакле, он действительно оказался каким-то самым ярким, может быть, явлением людей, которые меня видели из зрительного зала. Но у меня это большая часть моей жизни. Более того, это этапный спектакль. Но я не могу сказать, что он самый любимый мой спектакль. Первый раз балет «Спартак» я увидел в Большом театре, когда еще был в школе. Это была постановка Игоря Александровича Моисеева, который работал с самого начала над созданием этого спектакля с Арамом Ильичем Хачатуряном. Мы очень ждали результата, потому что мы знали талант Моисеева. Тогда он был в апогее своего рассвета со своим ансамблем. Успех у него во всем мире был необыкновенный. И, наконец, опять его возвращение в Большой театр. Мне показался балет это таким красочным, таким сочным. Сцена цирка, мы просто тогда были ошеломлены этой сценой. Мне казалось, что лучше этого не придумаешь ничего. До сих пор у меня стоит цирк Моисеева перед моими глазами. Но в это же самое время в Ленинграде, в Кировском театре, и Кобзон ставил тоже «Спартака». И вдруг разносится молва, что в Ленинграде создан шедевр. Я поехал тогда в Ленинград, и когда я посмотрел, я понял, боже мой, какой же все-таки я был слепой. Это глыба, это собственный какой-то язык, который весь на пластике, удивительно выразительный. И Кобзон приехал в Москву из Ленинграда и должен был ставить у нас этот балет. На сцене Большого театра СССР состоялась премьера балета композитора Арама Хачатуряна «Спартак». Занты. Молодая балерина Наталья Рыженко. Дмитрий Бегак исполняет партию «Спартака». Фриди Майя Плесецкая. Всей своей жизнью и Кобзон доказывал, что пальцы наносят страшный вред танцам как таковым. Это неудобно. Это придумано, это нарочито. И это не было повторением вазовой живописи, от которой он отталкивался. Это было переосмыслением. Это было как бы расположение групп, барельефов, в каждом куске прослеживались эти мотивы античные. Это поразительно совершенно было. Спартаки у него все были большие, все были громадные. Здесь у нас был Бегак Дима. Мне он тогда предложил раба. Вставная такая партия, как характеристика. Солист балета Владимир Васильев. Я ненавидел те роли, в которых не было танца. Какие бы они ни были пластичные, это было не для меня. Мне нужно было что-то такое, что кроме меня так не сделал бы никто. И он сказал, у тебя будет вариация. Она была такая эмоциональная, такая была сильная, такая была яркая. И Кобзон — неотъемлемая часть эпохи драмбалета, но он в ней как-то был
То ли это переходный такой мостик к следующему, уже к следующей эпохе, которая начала с отрицания драм-балета. Потому что если драм-балет все-таки мыслил фразой в большей степени, как мне кажется, то Якобсон мыслил еще и словом. Прошло еще несколько лет, и когда Григорович нам сказал, что он будет ставить «Спартака», грешным делом я подумал, зачем? Замечательный спектакль есть этот. И вообще, как можно сделать это лучше? Невозможно. Да и потом, ну, опять я понимал, что мне, ну что, опять очередного раба какого-то и все. Но когда он сказал, что «Спартак» у него будет Васильев, Лиепа, Лавровский, я подумал, наверное, он что-то сошел с ума. Ну какой же «Спартак» из меня? Но когда мы начали работать, я настолько был окрылен. Этот год вообще работы над «Спартаком», потому что мы закончили сезон и показали первый акт. Он говорит, я не знаю еще что, мы покажем первый акт, а вот дальше посмотрим. Вот большего шока у смотрящих, по-моему, ни один балет не вызывал. Единственное, мы все были в растерянности. Если в первом акте происходит такое, то что же будет во втором и в третьем? Как можно дальше? Дальше лучше уже нельзя. Вся сила, мне кажется, этого спектакля не заключена только в «Спартаке», она заключена была в сопоставлении двух равных героев. Только тогда была понятна эта борьба между равноценными героями. А более того, потому как сделал Лиепа эту роль актерски, я года три, наверное, находился во власти его образа. Мне он так нравился. Вообще я любил именно характерные образы. И мы с ним даже договорились. Я говорю, Марис, давай сделаем так. Вот я сейчас вот буду «Спартак», а ты «Крас», а потом мы поменяемся с тобой. Я, наоборот, сделаю «Крас», а ты будешь «Спартака». Но он настолько мне нравился в то время, что я так и не приступил к этой работе. Я считал, что вот его роль, она у него разработана гораздо лучше. И им самим. Он как-то был эффектнее, он был ярче, он был цельнее, чем я. Конечно, это было открытием. Это был такой прорыв какой-то в области еще и мужского танца. Это был колоссальный совершенно сдвиг, перевернувший уже и само значение танцовщика в классическом репертуаре. Он встал, если не впереди, то на одну доску с балеринами. И в этом, конечно, заслуга большая именно Григоровича. Thank you.
Я очень долго доходил в этой партии. Более того, первые года два у меня постоянно сводило ноги. Мне просто не хватало еще и сил. Настолько эмоции захлестывали, что каждый раз третий акт я начинал с того, что у меня где-то после адажио с Фригией в третьем акте начинали сводить ноги. И мне было очень сложно делать. Поэтому на репетицию у меня много раз было, что меня сводило, и я не мог сделать эту диагональ. Может быть, это лучшие дни, страницы в моей биографии, связанные с творчеством Юрия Николаевича. Более того, мы настолько были с ним близки, вот я мыслил как бы его, вот он вошел в меня, как в плоть мою, в кровь, я говорил его фразами, я старался ему подражать, мне нравилось в нем все абсолютно. И я абсолютно был убежден в том, что он может еще сотни балетов ставить, и он нескончаем, его фантазия будет просто бесконечна. А потом, конечно, происходит, все мы взрослее, мы привыкаем к какой-то постоянной пище, которая нас кормит, нам что-то хочется другого, и все, мы становимся ревнивыми ужасно. И то, что он потом перешел на новое поколение, да, это, конечно, было обидно, но уже тогда я понимал, что это обязательно. Это нужно делать необходимо. Самому балетмейстеру все время замыкаться только на одном человеке, каким бы он талантливым, каким бы он гениальным ни был, просто невозможно. Ему необходимы новые краски. Тогда он сам будет по-другому совершенно ставить. Но вот этот большой период времени, который мы были абсолютно с ним как бы едины, создал просто ряд удивительных произведений. Для меня просто замечательно. Время поджимает нас и не дает нам возможности сказать все то хорошее, что осталось у меня в сердце и стоит перед глазами. Те люди, о которых мы говорили, это часть истории и Большого театра. И я надеюсь, что будет еще и судьба подарит мне счастливые минуты воспоминаний о тех людях, который возвращает меня в мое ностальгическое прошлое и который меня волнует. И вот это волнение мне бы очень хотелось передать и вам. Thank you.